Давай, рассказывай, куда нам идти? Так, ну надо свернуть куда-то. Сюда, наверное. Решили доехать таки до одного интересного должно быть места. Это музей землетрясений города Тайчжона. Кучу сделал. Сосиски жареные. Там. Вон же, вон. Какая-то старая деревня оставленная. А, ну он небольшой, да, получается? Вот эта штука. Все. А, слушай, так это бывшее поле, я так понимаю, школы этой. Вот, то есть, посмотри, это вот прям спортивная площадка. Потом это все обвалилось. Здесь делали вот такую вот аллею. Прямо на спортивной площадке все это поставили. Дозаправочный пит-стоп. Бесплатный. Налить холодной воды. Либо тепленькой, либо горяченькой. Кому-то кашу сделать. Кому-то жажду утолить. Мы везде, да, видели это? Во всех туалетах, по-моему, вообще в общественных местах. В билетной кассе сказали, что сегодня скидон какой-то, типа. Все по 30 баксов идут. Проверка температуры на входе. Обязательно маски. Знаешь, что это такое? Это называется огненный поезд планеты. Трещины как идут по земной коре. И вот эти красные точки — это места, где землетрясения происходят. А вот я как внутри планета выглядит, смотри. Одна плита идет, и вторая с ней сталкивается. Одна под другую, видишь, заходит. Давай. Ты что-то погладить ее решила? Страшно дело. Видишь, как рассыпается? Не дай бог, какой. Склон, видишь, из камней? Камни, песок, перемешка такая. И вот когда трясет, оно скатывается все. Вот еще, видимо, мост отломился. Слушай, ну надо быть аккуратнее здесь, да? Слушай, я не думал, что так отрывает. Смотри, просто дом на бок упал и все. Да, призадумаешься, как тут строить. Стоит ли тут строить что-то очень могучее, массивное. Не знаю, дерни, посмотрим. Ну, это вот один вариант, как двигается, как разламывается земля. Вот тебе показан, видишь? Это другой, когда вот так сдвигается. А еще есть... А эту потяни. Тяни. Бывает вот так. Ты видела эти фотки? Это же жесть. Как? Какой тут реально это типа там... А, тут, ну, там надо строить сейсмоустойчивые дома. Какой там дом просто в дырку может провалиться? Какая разница, какой он? Да. Нет, понятно, что нужно, но... Я к тому, что как бы построив один раз дом хороший, да, здесь явно не гарантия того, что он будет долго стоять. Надо его как-то веревочками еще привязывать к соседям. А здесь что надо? А здесь тебе рассказывают про то, что происходит на Тайване. Вот видишь, вот эта плита 7 сантиметров в год двигается туда. И она постоянно двигается, упирается в другую, вот в эту. Вот картинка,
Вот Тайвань. Одна плита наталкивается, а эту загибает. И она постоянно отламываясь дает вот эти вот землетрясения. Слушай, мне вот что непонятно. Вот произошло землетрясение вот здесь, да? Заломало там десяток-два частных домов. А кто дальше реконструкцию делает? Кто их разбирает? И что дальше происходит? Вот на этом месте. А эти чуваки, у которых все сломалось, они куда? Я ты видел там дома, которые не так сильно, просто разлом небольшой там у них. Ну. Их просто бросили. Их восстанавливать не захотели, все, так не так. Понятное дело, ну вот так вот у тебя дом сломает, что с ним делать? Так самое главное, как ты его восстановишь? Это из оргстекла подставки? Да. Крутяк. Я так понимаю, вот эти упоры добавили потом, чтобы это не рухнуло. Реально это самое оргстекло. Вот они, лампы, которые освещают. Здесь были, наверное, двери. Почему? От того, что я понимаю, что это настоящее. Слушай, армировка-то да, могучая. Но при этом я вот смотрю на качество самого бетона. Это какие годы были? Какие? 80-70. Ну арматуру-то нормальную заложили. А бетон навозюкали фуфловый. Знаешь, что бетон бы не спас. Ну как не спас? Если у тебя в бетоне вон деревяшка внутри, то как. А стенка-то кирпичненькая. Вот та сторона, да? Лопнувший вон этот ригель. Вот здесь лопнувший ригель, потому что между ними тупо кирпич, который вообще никак не сыграл. И здесь не было никаких перевязок. Слабовата конструкция. О, да. Эксперт пришел. И вот они вот показывают, что типа армировать. Да армировать-то хорошо. Кирпичи зачем класть? Кирпич это как груз, который болтается, как, я не знаю, как целлюлит на жопе. У него толку никакого, но при этом он добавляет весу в здание. Ты думаешь, они опешили просто? Ну нет. Опешили. Мне кажется, там кто-нибудь и описиться мог. Не то что опешить. Я бы, наверное, этот поддаванул немножко при таком вот раскладе. О, так представить себе сложно вживую находиться в таком замесе. И вот смотри, дочь, когда вот так вот что-то падает, почему говорят там это на пол сесть и голову прикрыть, чтобы если вот это расстояние, оно всегда остается. И если кто-то выживает, он вот в этом зазоре остается, его потом через дырки вытаскивают. И когда застревают, стучат по всяким вот, и стоит камень, да, и долбят, чтобы кто-то услышал. Потому что кричать сил не хватит, откапывают долго, иногда днями. День, два, три бывает, на сколько. Слушай, интересно, я смотрю схему армирования. Два слоя, шаг пятнашка, диаметр десятка, но они, смотри, как интересно деланы, не сверху, а этот к середине смещен, а этот в самом низу. Но видишь, что это расстояние? Маловато. Конечно. То есть это по российским стандартам вообще ты что гонишь? Это защитного слоя нет. И это приводит к вот этому результату. То есть когда бетон начинает ломаться, у него вот этой толщины не хватает, чтобы арматура не выдернулась просто. То есть она просто выезжает из бетона. Бетон раскрашивается вот так. Кусок отваливается, и она поехала. Я здесь вижу это множество недостатков конструкции в том числе. Я думаю, после этого землетрясения, и она же была крупнейшая, думаю, пересмотрели стандарт. Ну, ты знаешь, я пока смотрю по сторонам, я не вижу особо улучшений. Какой-то категорический. Я вижу, что та же ригельная схема, также месят стрёмный бетон. Также арматуры я не видел, чтобы больше вкладывали.
Да, представляешь, на унитазе оказаться в этот момент. Вот это аттракцион. Просто стена упала, и ты вот сюда на лужайку выкатываешься просто со спущенными штанами. Это был бабах сына, да. При вот таком же скаче, чтобы погибших 2500 и ну десяток тысяч пострадавших, но это прям немного, на мой взгляд. В ежедневном режиме в Новосибирске сгорает пара домов частного сектора. Ты просто перемножь количество пострадавших на дни, и ты получишь намного большее значение. Сколько в год отмороженных, а ну как сказать, замерзших? Отмороженных? Отмороженных много. Больше, значительно. В общем, в России замерзших насмерть ежегодно, я думаю, 2500 наберется. Да. Поэтому смею утверждать, что как для жителя спокойной и не имеющей катастрофических происшествий Сибирь, для нашего суперспокойного региона это очень маленькое количество пострадавших. Что, испугаем бабушек? Испугаем бабушек. Давай, испугаем бабушек. Запилим фоточку. Да, вот эти стены. Кирпичная кладка, не армированная. Ригеля. Ну да, арматура в ригелях серьезная, но этого явно недостаточно для сдерживания веса всей кладки. А если учесть, что заполнение бетона идет не щебнем, а вот этими круглыми камушками. И однозначно видно, что цемент не высокой марки, связующая. А вот здесь видно отлично, что бетон был еще и не вибрирован. В общем и целом, как всегда, стечение многих обстоятельств. Недооценили возможные последствия, возможную силу. Вот в этом месте хорошо видно толщину крыши. Навскидку это 10 сантиметров. Небольшое усиление по периметру, но сама крыша не имеет никаких ригелей. Если бы мне показали эту крышу на целом здании, не разрушенном, и спросили, выдержит ли она такое землетрясение, я бы засомневался. Вот это огромная куча кирпичей, кусков, точнее, кирпичной кладки. Это как напоминание людям не использовать в качестве строительных материалов штучных блоков, так скажем, любого размера. Они очень весело рассыпаются вот в такую труху, причем рассыпаются очень легко. И ломаются на кусочки, не оставляя никаких зазоров между этих блоков. Мне кажется, тут вот если чем больше кирпича, тем меньше шансов на то, что кто-то там выживет. Только бетон, только монолит. Он может быть сломается, как вот та стойка, но по крайней мере не придавит никого своим весом, потому что будет привязан на арматуре. Ну и сломаться-то у него шансов почти нет при этом. Но это следующая Доня напасть. Это когда тайфун приходит, реки, видишь, разливаются, смывают тоже все подряд. Грузик, усилители. Ну это самописец. Регистратора землетрясений. Крутяк вообще. Блин. Мне бы такой уровень дзена в те стародавние времена придумывать такие механизмы. Без тебе, блин, 3D дизайна. Без компьютеров, без даже калькулятора нет, чтобы что-то посчитать. Книжка и счеты. Я бы не хотела с этим встретиться. Оказаться в момент землетрясения здесь.
Да, он как раз вот смотрю сзади, на заднем фоне там провал такой. Но это действительно, наверное, очень неприятно, как минимум. Если даже просто так вот, ну, идешь по улице, буф, просто кусок асфальта провалился. Я думаю, потом снится будет долго. Но, ты видела карту разломов? Да. Их там не так уж много. Ну, как бы, их наличие пугает, понимаешь? Сегодня здесь разлом, завтра через год. Нет, там они четко у них все нарисованы. Я так понимаю, они достаточно строго структурированы по основному разлому. И все. Ну, то есть... Пошел в гости. Ну, это может глупо, конечно, звучит, но бояться нечего. Не строй, главное, там, где разломы. Никогда. Все боятся, что? На этом наше посещение этого музея можно считать законченным. Небольшой, но очень интересный, познавательный. Это дополнительный вопрос. Если вот эта школа рассыпалась в 91 году, то почему стоял вот этот кирпичный забор? Или вон там на заднем плане старые здания, которые вообще просто сплошного кирпича. Да еще и такого вида, что, ну, явно, так скажем, не первоклассная стройка по качеству. Вот каким образом могли выстоять вот эти дома? Вот всем прекрасны такие улицы, но когда идешь с коляской, вот это вот немножко подбешивает. То есть есть же вот тротуар, да? Но он прям заставлен. Есть вот эта полоса, по которой можно идти, но она тоже заставлена машинами. И это зачастую доставляет сильные неудобства.